Всем привет! Сегодня я снимаю видео пеленания с Аришей, так как многие уже знают, что Брианочка сейчас находится на ребарнировании, то есть у мастера. Вот, ну пока она еще до туда не доехала, почти доехала, но заберут ее завтра с почты. Вот, это небольшие новости, но сейчас мы будем пеленать Аришеньку. Вот она у меня такая сладенькая девочка тут лежит. Просила девочка меня ВКонтакте, вот, я решила заснять, потому что видео сейчас выходит очень редко, вот, много времени у меня уходит на редактирование, иногда это бывает все сбросится, и приходится все заново делать, так что, я думаю, вы меня понимаете, о чем я, вот, и у меня Риша вот так вот спала, вот, голенькая, потому что это место я запеленала у нее. Вот. Сейчас мы с нее все будем снимать. Я думаю, вам хорошо видно. Специально поставила так камеру. Очень соскучились по Бриане. Даже не знаю, когда она еще пока приедет к нам. Вот, потому что ну, примерно около 2 недель. Может даже быстрее, где-то неделька. Так как мастер, по-моему, довольно-таки красивых кукол делает. Ну, в общем, я мастера говорить не буду. Это секретик такой. Да, Ариша. Уберем. Вторую куколку я уже отправляю на ребарнирование. Вот заказывала первый раз. Аделину отправляла на ребарнирование, как многие знают. Сейчас еще и Бриану отправляю на ребарнирование. То есть вот у меня, видимо, невезуха такая с куколками. Так что нужно покупать сразу же нормальных, чтобы роспись была, если вам это так нужно. Вот, ну по идее, поначалу мне она как-то не очень-то и нужна была, но что-то потом как-то подумала, вот, и решила отправить ее на ребарнирование, да? Вот такие вот у нас пока дела. Кстати, хочу немножко вам сказать то, что Лауру, малышку Лауру, у меня ее купили. Вот. И в продаже осталась только малышка Майя. То есть вот, приобретайте в группу. Ссылку на группу я вам оставлю. Там на Майю идет скидочка. Там я отправляю много всяких подарочков вместе с ней. Вот. Одежду. И вот всякое такое вот отправлю, как за подарочек. И будет стоить она у меня, Майя, не столько, сколько я видео говорила, а 1200. То есть я убавила цену. Вот. Потому что мне нужно ее срочно продать. Вот. И поэтому такая низкая цена. Так, сейчас мы оденем наш бодик. Вот так вот мы одеваемся. Я надеюсь, вам хорошо видно, потому что вот надо немножко вам подвинуть, наверное, вот так вот. Так, Ариша у меня сегодня просто супер розовый ребеночек. Мы оденем вот такие ползуночки. Так, и царапочки, чтобы Ариша себе личико не поцарапала. И также вот такую вот шапочку.
Ну и вот такую вот сосочку. Вот мы одели, сейчас я Аришу запеленаю, чтобы, ну, по крайней мере, мне нравится ее пеленать. Вот так. Ну вот такая вот Аришенька у меня в пеленочке. Я думаю, вам понравилось мое видео, поставите пальчик вверх. Надеюсь, оно было не скучное. И на этом было все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.